Привет, друзья, привет, подписчики. Сегодня мы будем открывать кейсы на сумму 50к. Так, что у нас? Подарки 300 голды. Нормально. Так, по рейтингу. По рейтингу, конечно, нубом. Ну, ничего страшного, все у меня впереди. Так, скажите, что перейдем к кейсам. У нас в кейсе 50к. Будем открывать, что у нас интересно упадет. Один кейс, короче, новогодний стоит 3к. Простой 1к. Чё, поехали? Первый кейс новогодний. Сразу 5 комплектов. Ну, курточка такая, парашютики. Ну, такое. Ну, прикольно. Дальше поехали. Батюшки, ни хрена себе, красный, блин, капюшон с рогами. Шикарный кейс. Походу, блин, вообще незаметности ноль. О, вот это понимаю, вот это мне повезло, конечно, нормально. Повезло мне нормально. Так, штаны такие светлые, тоже нафиг они не нужны. Да, как одену с лючиком футболку, вообще майку в топ. Вот это, блин, лысый. Более-менее интересная. И то нормально. Ну, такое тоже не сняй. Ага. Вообще шикарно. Прикинь, охрененно. Лысая баба вообще. Это фигня все. Ну, лысая баба вообще тема. О, блядь, Дед Мороз. Тоже нахрена на пол экрана скрыл. О! Майка с лючиками. Ну, это тоже. Прикинь, куда его оденешь, блин. 100 метров будет видно, нафига нужен. Поехали. Так, да, новогодний откроем. Что тут интересно? Но опять это капюшон с рогами. Угорают, что ли, они? Белые куртки. О, какой-то парик там дали. Вот этот, да, вот этот чувак. Можно лицо 3М. Вот прикольно. Так, смотрим. Ну, тоже один такой. Офигели, что ли? Давай новое что-нибудь. Что одинаковое-то? Давай новое. Так, опять то же самое. Вы что, угорать, что ли? Давай дальше. Блин. Ну вот этот камуфляж прикольный там. Парашют был нормальный такой. Куртка везде. В каждом втором. Блин, 2700 осталось. Ничего толкового. Опять футболка с лючиками. Они что, угорают, что ли, блин, издеваются? Вот и все, друзья. Открыли на 50к. Ну что прикольно, там дали, короче, рога с капюшоном, блин. Ну, блин, бородатый, смотри, прикольно выглядит. Это бабка, лысая бабка, блин. Блин. На это оставим. Что тут? Прически какие. Какие вам, друзья, нравятся? Лысые? Или это бабская? Это лысый. А. Вот это, я думаю, лучше. Лысый оставлю, блин. Зэк будет, зэк. Фартумасти будет. Так, пошли дальше. А, ну-ка пол поменяем. Лысую бабу поставим. О! О, с хвостом. С хвостом, блин, лошадка, блин. Нормально. Нафиг. Мужика поставим, мужик, чтобы был. И лысую, блин. Лысый мужик, это уже, блин, мужик. Не мужик с хвостом, это вообще не мужик. Не знаю. Так, блин, капюшон это вообще дурдом. Ну это куда ты, зачем это делают, блин? Чтобы тебя снайпера сдалека, блин. О, рожка бежит, вернее, олень. На тебе снайперки-то, СВД, в голову прямо. Вот это маечка, да. Прикольно. Ну, блин, светлые лучи, я думаю, не надо. Это нафига не нужны. Сталика тебе... Да, особенно эта куртка ясная. Светлая, нафига нужен. Нужно потемнеть, тем лучше. В кусты бах, упал, и все, тебя не видно. А это, блин, прикинь, в кусты упал, и стоит такая эта куртка белая. Или это капюшон с рогами, вообще... Кто-то придумал капюшон с рогами, в общем. Походу, что-то он и этот, то ли ел, то ли курил.
О, самый стандартный лысый, ближе темного цвета, или зеленый, темные джинсы, зеленая безрукавка, темная футболка, во! Вот и все, друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, не забудьте подписаться, всем пока-пока.